Детское радио представляет. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 6. Олимпиада по математике. Да, и я раскрыл это дело, Стрелка Семеновна, как только узнал, что шарик был зеленым. Зеленый? Как у пятачка? Гениально! Ой! Алло? Шерлок Симофорыч, вас. Алло? Да? Понял. Понял. Что стряслось? Пропало задание для школьной олимпиады по математике. Звонила директор школы. Говорит, распечатала их дома, но приболела. И дала сыну, первокласснику Артему, чтобы он принес их в школу. В рюкзаке были учебники, тетради, две маленькие шоколадки и задание. Задание он принес и сдал. А когда открыли, все были на месте, кроме 5 Б. Так, я в школу поговорить с Артемом, да? Да. А я пройду весь путь от его дома до школы. Ведь там есть переход через железную дорогу. Так уж, наверное, проверяли. Конечно, но... А что, есть идеи? Пока никаких. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Артем, давай еще раз. Ты точно задание в рюкзак убрал и по дороге не доставал, так? Нет, не доставал. А рюкзак покажешь? Вот он. Да нет там ничего. Мы его уже перетряхнули. Рюкзак новый, а замок молнии погнутый. Так, учебники, тетрадка, ничего. Я же говорю, 10 раз проверял. Можно я пойду? Алло, Стрелка Семеновна, ну что там у вас? Я нашла Артема на занятиях в математическом кружке. Посмотрела рюкзак, пусто. Но есть одна важная деталь, может даже улика. Замок погнулся, а рюкзак-то новый. Даже этикетку еще не оторвали. Понял. Шоколадки были в рюкзаке? Да, одна недоеденная шоколадка в фольге, без бумажки. Фотку высылаю. Ага, так. И, Стрелка Семеновна, проверьте, все ли страницы целы в тетради в клеточку. Нет, один лист вырван. Тогда поздравьте Артема с победой в олимпиаде. Победа в олимпиаде? Но он же в ней не участвовал. Ничего не понимаю. Шерлок Симофорыч, вы раскрыли дело? Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Артем, привет. Здравствуйте. Сперва о хорошем, потом о плохом или наоборот? Давайте плохое. Плохо, что обманул, что задание не доставал. Плохо, что залезал под вагоны. Играть рядом и на железной дороге категорически нельзя, Артем. Так, секундочку. Открывал, залезал. Давайте уже по порядку. Я хотел, всего лишь попробовать. Попробовать решить задание по олимпиаде? Да. Я подумал, смогу ли решить для 5 класса. Рядом с путями правее дорожки есть пенек. Рядом с ним я нашел фантик и фольгу от первой шоколадки и фантик без фольги от второй. Так и было. Я сел, открыл задание и начал есть шоколадку. Но сперва вырвал листок из тетради, чтобы на нем решение писать. И когда принялся за вторую шоколадку, два раза откусил, а тут поезд. Он издул листы с заданиями. Я так и подумал. И ты стал их собирать. И на путях, и под вагонами, и рюкзаком. Зацепился. Эту улику я обнаружила. Но когда листы разлетелись, я все собрал, вроде. Кроме двух. Задание я так и не нашел. А вот твое решение, да, на нем остались следы от шоколада. Гениально! А вот я только не поняла, хорошая новость какая? Так задания по олимпиаде решены блестяще. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует.